Здравствуйте, дорогие железногорцы, жители Железногорского района, гости нашего города. Сегодня очень хороший день, светлый, солнечный, чуть-чуть морозный, правда, но я так понимаю, что мы в том году, когда Масленицу провожали, ее так проводили, что зимы в этом году почти не было. Поэтому, но несмотря на это, все равно мы нуждаемся в солнце, нуждаемся в теплых солнечных лучах. Весна – это становление природы, это новый год, это хорошее, доброе. Сегодня, как уже сказали наши ведущие, наши красавицы, весна, прощенное воскресенье. Поэтому простите друг друга, ибо добро искренне возвращается с торицы. Прошу простить меня, если кого-то ненароком обидел. Спасибо большое. Всех благ и всего наилучшего. Главное здоровье, чтобы детки росли в мире, любви, в достатке. Любите друг друга, будьте счастливы. С Масленицей нас, дорогие друзья. Спасибо.